Regondi Nocturne. Nocturne. Thank you.
Слишком далеко вы, далеко вы касаетесь большим пальцем струны. Не слишком большой замах. Вы, наверное, устаете. Неудивительно, потому что вы слишком перетруждаете пальцы. Вот не надо слишком большой радиус движения делать. Попробуйте по-другому. Все равно слишком далеко. This control is, yeah. Старайся контролировать. Try without left hand. Без левой руки попробуйте. Only P and A, you try. Громче. Нас рады.
расслаблен в таком состоянии. Да. Но I cannot play this piece, but for example. Я эту пьесу сам не смогу сыграть. Ну, примерно так. Minimum movement. И самое минимальное движение, но при этом громко. When we feel string, когда мы touch on string, then play, then почувствовали струну, напряжение создали и... You know, when we touch on string and play quickly. И сразу извлекаем звук быстро. Don't do from here. Не надо отсюда замахиваться. You lost any energy, finger energy. Вы теряете энергию пальцев. Слишком нерационально. This way you... No sound. You catch... И звука нет, не получается. Play. Поймали струну, сыграли. This is the point. Вот. Show смысл. Не знаю просто эту пьесу. И всегда в одной и той же точке ходите на струну. And give energy. И энергия, чтобы была. Yeah. Передавайте струне энергию. Thank you.
Чтобы эти пальцы согласованно действовали. И тогда не будет этого излишнего движения. Обычно в таком порядке. Here we don't have a top note. P A M. То у нас нет здесь верхней ноты. We put M here. M A M A M Y. A M E. В таком порядке. Попробуем. P A M together. Чтобы P и M вместе шли. Too difficult. You do P and M together. Die. Something. P A and I. P A. This is not my repertoire, but many people, young people.
praised. Эта пьеса не в моем репертуаре, но я знаю, что очень многие играют, многие студенты. I don't find you started from abstract third beat. I cannot find it. I listen it like the first beat you play. Mm-hmm. One, you must count one and two. Then начинается с третьей доли. It's from upbeat, from third beat, you know, so you start. Сильной доли. Нужно посчитать вовремя. Здесь я вам тоже могу сказать. 3-2-1. Здесь тоже самое. Но это мое впечатление. Я не эту пьесу не играю, может быть, много лет назад играю. Лет 40 назад, наверное. Один раз. Все забыл. Шестнадцатые ноты. Вот считаем. Пам, па, пам, така, тика, 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 там, та, там, та, та. This international rule. Это вот такое международное правило. You have music is not Russian rule, but Japanese rule. Нет, российских правил музыки или японских. So we can understand. Правила одни и те же, и поэтому мы можем друг друга понимать. Music is no frontier. В музыке нет границ. Мы все говорим на одном языке. In China, USA, в Китае, здесь, где угодно. Africa, в Африке то же самое. 16 ноты, 16. 16 ноты, 16 ноты и в Африке. Start from that. No. Okay. И мы с нее начинаем. Now, international rule, grammar. И вот грамматика музыки. Two beats. One. Две доли. You start from E. But one is always strong. Один, первое всегда сильное. Stronger than the others. Always. Сильнее, чем другие. Return to first one. Huh? Возвращаемся к первой. Three is up always. Третий идет вверх. И возвращается к первой. Это общее правило везде, на всем мире. I'm sorry. La, you this C flat, yeah, C bemol, but too short. C bemol, вы играете очень много, слишком коротко. Tam you did almost double dot. Почти две, как две. Double dot is 7-1. 7-2. You play double dot when we play ta ti 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 ta Папам, you play the time. А вы сыграли вот так. Yes, longer. Да, но более длительно звучит. It's like counting banker, counting money. Что такое? Считать все время. Мы не в банке с вами, не деньги. Sorry, some bankers here. Может быть, банкиры есть, но для никого не обязательно. I'm a poor student. Okay. Надеюсь, что все музыканты... So you can play, now you can play dot, double dot, free. Because this is the Italian Giulio. Вы можете сыграть две точки, потому что, ну что, полуитальянец, полуфранцуз. You can play like Italian music. Можно сыграть как итальянский музыка звучит. La,
But timing is okay. Но метроном здесь вот такой. Two phrases, yeah? Вот здесь две фразы. Second one must be more dramatic. Вторая фраза должна нести больше драматизма. Next one. Последующий. Yeah? To play forte, you can do either mezzo, mezzo. Вот здесь трудно сыграть форте, но можно mezzo. You should calculate. Здесь нужно всегда рассчитывать. Operation. Что дальше будет? One, two. From here? Yeah, from beginning. Let's do the capo. Intenso. One, two. Just chord, you know. It is not important. We can. Не играйте вот эту маленький фрагмент, это только аккорды. Они не важны. We can do. Мелкие детали можно пропустить. Самое главное – размер. Размер этих детей. Oh. Music.
Так, музыка идет. Нам нужна вот эта волна все время. Yeah. This way, bigger, она дальше нарастает, нарастает больше термотивно. But, for example, here, am I finished? И здесь на... Now? Before, normal chord to tension chord. Third beat was a natural chord. Третья доля была на натуральном аккорде. Tension chord. Natural. Напряженный. И снова натуральный. Третья доля. Первая. With appoggiatura. Вот здесь расслабленный. Дальше напряжение. Всегда идет противопоставление. Это очень важно. Расслабленность, дальше напряжение, что-то происходит. Now from here it's a turning point. А здесь поворотная точка. Am I? Попробуйте здесь. Здесь два контраста идет, две драматические темы. И дальше мы заканчиваем эту часть на с расслаблением. Сейчас забудьте о ваших ошибках, потому что слишком вы погружаетесь в них. Но здесь все отлично, очень хорошо получилось. По трему вы уже сказали, что делать. Вот средняя часть. Попробуйте только мелодию. Он здесь ничего не указал, что здесь надо быстрее играть. А вы играете пимос. Не знаю почему. You feel it? Yes. Ну так чувствую, да? Let's try other things. Попробуйте что-то другое.
Another approach. Другой подход. Try another approach. Don't only one way. Because not. Не замыкайтесь на чем-то одном. You know. Потому что у автора нет. Giulio Regondi comes from heaven. Если бы Регонди где-то там вернулся к нам с небес, он бы сказал: не-не-не. Okay. We always must think about how he feels. Надо всегда думать о том, а что бы он сказал. Even great master. No, for example, Leo Brower, I can call to him. Я, кстати, Лео Брауэр могу позвонить. How do you think about that? И задать ему вопрос, как ты думаешь об этом и об этом? Same time we are here. Это очень хорошо, что мы современники. But Giulio Regondi passed away. Регонди, к сожалению, давно не с нами. All composers passed away. We must talk to composer with this. Других композиторов. From composer. И это письмо, которое композитор нам оставил. Это единственный способ общения. He didn't write. Please pray faster. И он здесь не написал. Играйте быстрее. So you can play slow. Yeah, no necessary. But you just felt. It's your inspiration. Но почему-то у вас вдохновение такое возникло. But sometimes it becomes very egoistic, selfish. Иногда мы ведем себя слишком эгоистично. Try. Relax. Попробуйте здесь расслабленно сыграть. I wish more contrast. Мне хочется здесь слышать больше контраста. Yeah, an intonation. Intonation. When you the sound go up, когда звук идет вверх. Попробуйте вот так. На пятой струне.
Пробуйте крещендо. Я всегда вспоминаю Ростроповича, маэстро. Великого мастера. Я помню, в 80-е годы. Я был на его мастер-классе, и там было 50 виолончелистов. Я был единственным гитаристом. Of course, many good cello player. Don't play. I want to play for Ростропович, но I couldn't. Я, конечно, не мог играть. Но я, по крайней мере, слушал и наблюдал, как он преподает. Вот этот подход, когда он все время пропевает то, что звучит. Иногда он предлагал ученику или студенту перейти в другую тональность. Where is the next sound? Где должен быть следующий звук в этой тональности? Yeah, we can find where is the next note, you know, to find the, you know, solution. Человек учится находить следующую ноту. Use the guitar like a voice, you know, like organ. This. Можно использовать гитару как наш орган пения. Вот наша квинта. Или что-то. Мы знаем наш инструмент. Always you think about intonation. Okay, we have no time. Okay. You can do more expression. В аккомпанементе хорошо бы добавить экспрессии. You can play forte here. Можно форте сыграть. Здесь контраст. Давайте попробуем отсюда. Времени немножко осталось еще. Okay, it's time. Okay.